В Одессе начинается отопительный сезон. Первыми пострадавшими стали жители дома по улице Княжеской, 31. Там после включения отопления прорвало трубу и подвал дома затопило. Жильцам данного дома не довелось вчера ощутить тепло в квартирах. Однако они согрелись, вынося ведрами воду из полузатопленного подвала. На помощь жильцы также вызвали аварийщиков, но те приехали, посмотрели и уехали. После повторного вызова им по телефону сообщили, что трубы перекрыты, однако на интенсивность потока воды в подвальном помещении это никак не повлияло. Вода все так же хлестала. Остается надеяться, что аварийщики справятся со своей задачей и сумеют залатать прорыв до наступления заморозков.